Коллеги, еще раз всем доброе утро. Как всегда, мы начинаем вовремя. Наши коллеги подсоединяются. Всех еще раз приветствую. Да, благодарю, благодарю. Вижу уже ваше приветствие также. Коллеги, как всегда, у нас сегодня рабочая планерка. Самые актуальные новости, инструменты, что мы сейчас делаем совместно, чтобы было удобно нам сотрудничать и так далее. Поэтому мы быстро проходимся по рабочим вопросам, как всегда, и в конце, если есть вопросы, мы их обсуждаем. Очень быстро и компактно. Как всегда, у нас первой строкой напоминание о том, что у нас сейчас очень ответственный этап, очень ответственный период. Коллеги, 16 числа у нас телемост. Пожалуйста, также готовимся к нему. Я очень надеюсь, что наши директора и Алексей Суходоев, и Сергей Сибиряков, а также, может быть, наши представители, я вижу на площадке уже Франтишек Солар, возможно, также выступит, поделится просто грандиознейшим событием, которое было в Братиславе. Также у нас прошел ряд конференций в наших других городах, поэтому самые последние новости. Пожалуйста, сорганизуйте своих людей на 16 число. Ваши люди, наши люди все могут получить напрямую ответы от директоров, от руководства по тем самым последним моментам, что сейчас делается. Поэтому сорганизуйте, пожалуйста, своих людей. Сейчас у нас уже каждый день в рассылке идет напоминание на 16 число, поэтому мы еще раз все встречаемся. Все получаем дополнительную дозу мотивации, информации, новостей. Следующий момент нашей конференции. Мы уже говорили, что у нас сейчас для наших презентаций, я не говорю очень крупных конференций, это уже ваш собственный выбор, но для всех планируемых мероприятий, презентаций у нас сейчас есть единый шаблон. Выглядит вот он таким образом. Я уже его сбрасывала в региональном чате. Сегодня я также еще раз его продублирую. Поэтому, коллеги, просто заполняйте. Это очень просто. Единственная просьба, в прошлый раз очень многие стали заполнять прямо в самом шаблоне. Ваша задача сделать копию этого шаблона и уже самостоятельно добавить ваши данные, да, по вашей презентации, адрес. Здесь не полностью этот шаблон, он немного еще продлен, поэтому вы смотрите оригинал, копируйте, заполняйте и давайте в наших в сетях, там, где мы работаем, на Фейсбуке, там ВКонтакте, в различных наших собственных группах. Нам нужно, чтобы у нас был единый фирменный стиль. Мы говорили уже об этом давно, и сейчас я просто об этом еще раз напоминаю. Следующий момент, следующее обновление, которое будет уже с этого месяца. Мы также говорили о том, что нам нужно более легкое взаимодействие, более легкий такой отчетный шаблон для вашего отчета, для того, чтобы своевременно поступали бонусные средства и так далее. Вся информация поступала своевременно. Коллеги, относительно бонусов, Евгений Кудряшов мне подтвердил, что вчера и сегодня доначисляются бонусы, поэтому не переживайте, все в порядке. Мы сейчас и регулируем этот момент, чтобы максимально быстрее можно было сделать все выгрузки. Итак, отчетный период, рабочий шаблон. Еще раз напоминаю, что последняя неделя, пожалуйста, будьте каждого месяца будьте предельно готовы уже отчитаться за работу. Для этого мы сейчас создали дополнительный шаблон. Вот такая вот форма, и по которой сейчас мы просто пройдемся по пунктам, коллеги. Эту информацию, все шаблоны, всю информацию я сегодня еще раз продублирую в чате, поэтому не беспокойтесь. Это та форма шаблона, которую я буду вставлять теперь каждую последнюю неделю месяца, которую вы должны будете заполнить. На основании этой рабочей формы, она очень простая, здесь всего 6 пунктов, естественно, идут начисления бонусов. И у меня, Евгений Кадряшов, эта форма есть, мы быстро это сравниваем, проверяем. То есть это для нашего сервиса, для нашего удобства, для нашего и вашего, то есть нашего совместного. Поэтому
Давайте мы просто пройдемся, чтобы было понимание, что конкретно сюда заполнять и как. Форма очень простая. То есть вы пишете свое имя, фамилия, вы пишете свою страну или город. Если вы региональный лидер в стране, у нас региональные лидеры в европейских странах, так как страны очень маленькие, поэтому страна, значит, вы пишете страна. Обязательно, обязательно свой e-mail, именно который стоит у вас в вашем личном кабинете. Нам пришлось потратить достаточно много времени для того, чтобы сейчас еще раз обзвонить всех наших региональных лидеров, подтвердить это. Но, коллеги, все может меняться. У нас могут приходить новые люди, у вас могут приходить новые люди, которые будут открывать следующие регионы, поэтому сами просто понимайте. Сразу пишите почту, которая у вас в личном кабинете. У нас несколько было таких людей, которые, и вы знаете, что бывают ошибочные открытия личного кабинета, потом идет перерегистрация, и потом нам приходится искать, на какой именно кабинет отправлять бонусы и так далее. Поэтому рабочий личный кабинет. Телефон обязательно. Следующий момент. Статус в компании. Коллеги, вот в предыдущей регистрации, когда просто мы писали статус, пишут все подряд. Что имеется в виду под статус? Именно какой статус у вас в компании? У нас лидер-мастер, у нас региональных лидеров с более низшим статусом нет, поэтому начинается с лидер, мастер, эксперт и так далее. Обязательно указать. Следующий обязательный пункт. Члены лидерского совета. Здесь условно обозначено 5, их может быть хоть 20 человек. Обязательно имя, фамилия и телефон. Следующий важный момент, что сделано в текущем месяце. Вот это вот очень важная строка, также, коллеги, как и все остальные пункты, потому что только на основании заполнения абсолютно всех пунктов, естественно, начисляются бонусные деньги. Итак, дата проведения презентации, город. И очень важный момент, делаю особый акцент. Еще одна графа будет ссылка, на которую вы будете самостоятельно также вписывать, просто копировать и вставлять вашу ссылку на почту в Яндекс.Диске. То есть, пожалуйста, самостоятельно откройте Яндекс.Диск, на которую вы будете закачивать фотографии с ваших мероприятий. И также туда размещать, возможно, видео, да, с ваших конференций и мероприятий. Вам не нужно ваше видео закачивать на YouTube и присылать ссылку с YouTube. Сейчас это даже запрещено, потому что все видеоматериалы должны располагаться только на ресурсах Skyway Capital. Поэтому именно сюда вы присылаете только линк вашей, не вашей почты, а Яндекс.Диска, да, ссылочку, на которую, то есть ссылка папки, в которую вы закачиваете ваши фотографии и ваши видео, если таковые с конференции есть. Коллеги, пожалуйста, прямо в чате мне подтвердите, понятно ли вам, я объяснила, чтобы мы одинаково понимали. Угу. Отлично. То есть вот пару человек уже подтвердили, то есть понятно, да? Если что-то непонятно, я могу еще персонально объяснить. Но я надеюсь, здесь все руководители, ответственные люди, поэтому понимают. Коллеги, с этого момента, значит, вы понимаете, да, что все понятно. Благодарю. Следующий пункт. Что планируется в следующем месяце? Точно так же даты планируемых презентаций и конференций. Дата, страна, город. Коллеги, дата, страна, город и, естественно, тот ответственный региональный лидер, который ответственный, здесь у нас данные уже есть, телефон, страна, город уже заполняется. Эта рабочая форма теперь будет действовать постоянно, и с момента ее заполнения у нас сразу идет информация в рассылку. У нас идет информация по заполнению, после вашего заполнения, идет на сайт Анатолия Эдуардовича Юницкого,
И также еще сейчас будет третий формат календаря офлайн мероприятий, коллеги. Это будет также на нашем сайте. Очень красивый, яркий календарь с вашим городом, с вашей, ну, так скажем, цветной, оно будет красиво сделано, ячейкой, куда может кликнуть абсолютно любой человек, и он автоматически сразу попадает в вашу папку на Яндекс, где может посмотреть фотографии и видео ваших мероприятий. Понимаете, да? То есть после вашего отчета условно, который вы заполняете, сразу в трех ресурсах идет заполнение этой информации на основании этих данных. То есть это и в расписании, еще раз повторяю, это в календаре, где виден ваш отчет в фотографиях, в видео, и это сразу идет зачисление бонусных ваши личные кабинеты. Коллеги, всем ли понятна эта форма для отчетности? Она же будет формой отчетности. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Это для нашего совместного удобства и для быстроты работы. Я надеюсь, это понятно, это удобно, это комфортно. Поэтому, коллеги, еще раз, мне на почту в этом месяце уже не нужно присылать отчет и не нужно присылать план на следующий месяц. Пожалуйста, будьте внимательны, и в чате теперь я выставляю вот эту форму для заполнения. Это нужно делать только один раз в месяц. Вы заполняете, вы отчитываетесь в ней, вы даете информацию на следующий месяц, и у нас вся информация веерно уже идет и в рассылку, и на чат, в чатах, в личных кабинетах, и на страницах сайта. Понятно. Значит, следующий момент. Надеюсь, с этим понятно. Относительно обновления соглашений на сотрудничество. Коллеги, еще раз просто напоминаю, что это нужно сделать всем. Это также обязательный пункт. Также просматриваем, мы смотрим, кто у нас подписывает это соглашение, смотрим новую отчетность по заполнению вот этого бланка, который мы говорили только что. Это все проверяется, все начисляется. Сейчас усиленно проверяются все бонусы, усиленно проверяются все объемы, регионы. Именно по той причине, коллеги, потому что мы сейчас просто колоссально расширяемся. И несмотря на летние месяцы, у нас очень хорошо идет работа, очень активно работают коллеги, расширяемся и проводим очень много мероприятий, поэтому нам нужно очень серьезно структурировать нашу работу. И, пожалуйста, будьте ответственны. Я надеюсь, вы как руководители это понимаете и поддерживаете. Следующий момент. Условия приглашения спикеров на конференции также, я думаю, все знают, что мы согласовываем обязательно совместно, если вы хотите пригласить кого-то вот из VIP-директоров и так далее, да, Юницкого, Бабурина, кого-то даже из директоров Skyway Capital. Поэтому это обсуждаем. Но, коллеги, я еще раз делаю акцент. Пожалуйста, работайте сейчас своими силами, подтягивайте свои знания и так далее. У нас сейчас появилось два вида пакетов. Переходим к следующему пункту. Это детские пакеты, малыш и студент, и пакеты с приобретением с бонусного счета. Очень подробно об этом рассказывает Инетта Анджина. Мы не будем сегодня останавливаться, но, коллеги, еще раз просто вы видите, я прямо жирным шрифтом это выделяю всегда, потому что всегда новые пакеты подразумевают новый пласт клиентов. И на сегодняшний момент это просто колоссальная прослойка «дети». Это то, что мы можем покупать независимо от этих детей. Да? То есть мы сами, как взрослые люди, мы родители, мы бабушки, дедушки, мы тети, дяди и так далее, хорошие друзья, знакомые, можем покупать детям такие шикарные подарки дарить. Поэтому просто внимательно сейчас изучите эти пакеты.
Я сейчас отвечу на вопросы чуть позже, Людмила. И внимательно изучите, пожалуйста, самостоятельно эти пакеты. Они очень просты и очень интересны даже в плане приобретения взрослому человеку как подарка, потому что вы получаете дополнительные бонусы. Еще раз внимательно изучите самостоятельно. Сегодня мы не останавливаемся на этих моментах, да? Значит, вопрос. Отчет по объемам за текущий месяц отправлять не надо. Коллеги, еще раз напоминаю, что вот эта форма и является теперь отчетом. Вы здесь абсолютно, что сделано за текущий месяц. Да? Пожалуйста, будьте внимательны. Я еще раз продублирую сегодня в письменном виде это в чате региональных лидеров. Вам будет все понятно. Вот эта форма является и отчетом, и планом на следующий месяц. 2-3 в одном, да, и здесь же вы прикрепляете ваши фото и видео, то есть даете ссылку на Яндекс.Диск, где в вашей папке лежат уже эти материалы. Тогда очень наглядно понятно, мы смотрим ваши объемы, мы смотрим ваши фотографии, ваши видео, и не только мы, а эти фотографии будут доступны всем в календаре, в новом календаре, который будет уже сделан после вашего оформления заполнен. Поэтому я надеюсь, с этим понятно. Это будет возможно составить форму на английском языке. Да, Франтишек, конечно, именно так мы делаем. Коллеги, это будет ближе к концу месяца, то есть это последняя неделя месяца, и я ее выставляю. Сейчас я просто вам немножко заранее об этом говорю, чтобы вы были в курсе. Да? Понятно? Угу. Обязательно. Сейчас мы про языки также говорим. И, Франтишек, благодарю, потому что это действительно важно. У нас сейчас все материалы, у нас сейчас более 10 языков уже переведено. Мы делаем обязательно на русском, английском языке. То есть тогда на пакетах мы не останавливаемся. Это отдельный материал, который представляет Инета Анжене. Следующий момент – дата планируемых региональных конференций. Коллеги, уже сейчас, заполняя, естественно, эту форму, планируйте август-сентябрь. Сейчас мы говорим именно о конференциях, не о презентациях, а о конференциях, крупных конференциях. Почему мы говорим август – это само собой, про сентябрь также. Так как вы знаете, у нас планируется очень масштабное, крупномасштабное событие в Берлине, поэтому первая половина сентября планируйте мероприятия частые, прямо каждую неделю. Мы это вот в Прибалтике мы сейчас это будем делать, для того, чтобы нам максимальное количество людей информировать, ответить на все вопросы и максимально сорганизовать на поездку в Берлин и сразу следом уже в Минск. То есть у нас буквально остается сейчас полтора-два месяца. Это очень-очень мало. Мы только что начинали месяц, уже середина месяца. Время летит просто вот молниеносно. Поэтому, коллеги, сейчас продумываем, сорганизовываемся, планируем. То, что касается новых инструментов для работы в личном кабинете, в дизайне, флайеры. Коллеги, Евгений Кудряшов также подтвердил, мы очень-очень ожидаем тоже в ближайшие дни уже запуск нового кабинета, но на сегодняшний момент сейчас тестируется, и где-то только к концу месяца появится новое отображение нового личного кабинета. Ну, просто нам приходится ждать, работаем дальше и ожидаем этот процесс. Я хотела бы поделиться с вами флайерами, которые мы разработали, также вот если говорить о дополнительных инструментах. Я хотела с вами поделиться флайерами, которые мы разработали рабочей группой Санкт-Петербургским лидерским советом для работы у нас в регионе. Я сейчас вам покажу эти флайеры, и, возможно, кто-то из вас также захочет их распечатать для своего региона. И на том языке, на котором вы находитесь. Да, это может быть польский, это может быть венгерский, Словакия. Вот мы сейчас это также делаем для Эстонии. Я сейчас покажу только две страницы. Значит, первая страница выглядит вот таким вот образом.
вы видели уже это. Будет написано Skyway Capital, да, то есть сейчас это еще дорабатывается. И вторая страница, то есть обратная страница этого флайера будет выглядеть вот таким вот образом. Где здесь все написано, начало активной фазы реализации. И вот обратите внимание, коллеги, на второй пункт. В 2016 году технология Skyway официально признана инновационным Министерством транспорта Российской Федерации, востребована во всем мире. Это очень важно для российского региона. Для тех регионов, кто представляет другой регион, вот как, например, у нас в Эстонии, в Словакии, в Венгрии, да, во Франции, в Германии, неважно. Здесь мы тогда именно для вас поменяем этот пункт. Возможно, здесь уместно будет написать про уже строительство, например, ну, в Ебре, например, в Австралии. Да? То есть не так важно, как в России, как уже в Австралии и так далее. То есть к чему я сейчас показываю этот флайер? Мы можем немного даже здесь изменять текст. Естественно, сейчас я скажу все координаты, как это можно изменить. Сделать вот там, где написано, посмотрите, пожалуйста, приходи или звони по телефону, да, ваши координаты будут впечатаны, ваши телефоны и так далее. Это дополнительные флайеры, материалы, конечно, больше для организации сейчас уже массовых мероприятий, приглашения на конференции, на презентации. Это очень удобные флайеры для работы. Возможно, это даже как, знаете, в самолетах вот вставляют в окошки эти флайеры, в транспорте. Договаривайтесь с разными компаниями, договаривайтесь с разными фирмами, где вы можете это распространять. Это очень удобно. После того, как вы оставляете такой флайер, естественно, вам начинают звонить люди, и вы уже по системе приглашений приглашаете к вам на собеседование, приглашаете на предложение сотрудничества и так далее. Вы все специалисты, знаете, как это делать. Мы можем отдельно как-то проговорить. Сейчас моя цель была просто вам показать и дать координаты. Да? То есть, еще раз напоминаю, это первая и вторая страничка. Плюс мы можем менять язык. И плюс мы можем где-то корректировать текст с учетом того менталитета той либо иной страны. Коллеги, скажите, это понятно? Дайте обратную связь. Я сейчас этот флайер, эти исходники не добавляю в папку. Почему? Именно по этой причине, потому что я вам дам специального человека. Пожалуйста, запишите Марии Зубко. И в чате региональных лидеров со всей информационной частью, которую я сегодня выставлю, я выставляю также ее Skype. Вам нужно связаться с ней и получить у нее исходники или добавить свое, ну как бы свой перевод, да, который она может добавить. Она вам полностью помогает его оформить и дать исходники для печати уже с вашим, ну, с вашей как бы текстом, с вашими телефонами. Коллеги, понятно, да? Это просто. Я могу сказать вам по стоимости. Конечно, их нужно заказывать. Вы будете это распечатывать и либо у себя, либо хотите вот у Марии Зубко. Она владелец, в общем-то, этим процессом полностью. У нее свой комбинат, который занимается этой печатью. Да, обязательно. Я напишу в нашем региональном чате ее имя и ее координаты. Да? То есть вы будете уже туда добавлять свой текст. Вчера, например, мы вот разговаривали с переводчиком на эстонский язык, то есть у нас будет на эстонский переведено такой флайер на эстонский для работы в Эстонии, например, да, либо в Литве, либо там, в Венгрии, в Словакии, в Чехии, то есть там, где это нужно, где вам будет удобно. И, коллеги, еще раз, вы можете что-то туда добавить. Почему мы сейчас не сбрасываем это в папку? Этот материал уже приготовлен для печати. Он очень в хорошей резолюции и в очень хорошем качестве. По деньгам, вот сейчас мы заказали для Санкт-Петербурга 2000 таких флайеров. Это стоит где-то в районе, от, в зависимости качества бумаги, от 5 до 8 тысяч рублей. То есть это плюс-минус где-то, ну, 60-70 евро.
2000 таких флаеров. Но, коллеги, это уже будет хорошая проделанная работа. Вы все получаете региональные бонусы, и мы просто вкладываем это, ну, естественно, со своих региональных, заказываем, это будет помогать нам для работы. Поэтому с этим, я надеюсь, тоже понятно. Еще раз напоминаю, что всю информацию всегда я дублирую со всеми данными и координатами в нашем чате. С этим, я надеюсь, также понятно. И следующий момент тоже напоминаю, что уже 76 регионов, на сегодняшний момент это уже больше. Мы просто вот разрастаемся с какой-то грандиозной скоростью. Я думаю, это могут также сейчас подтвердить лидеры, которые проводят региональные конференции. И я надеюсь, вы увидели резонанс. Я вижу, что у нас на площадке сейчас вот Solar František. Пожалуйста, напишите два слова. Как ваше ощущение вот о прошедших мероприятиях, которые проходят офлайн? Я надеюсь, вы понимаете, как важно, да, эта работа, когда происходит личная встреча с людьми, личная встреча с руководителями, также когда люди получают ответы на вопросы, насколько это мощный импульс для дальнейшего роста и развития. Вот, поэтому я надеюсь, может быть, František тоже поделится, и я бы очень хотела в следующий раз вас пригласить, потому что я знаю, просто красиво, прекрасно, да, одним словом, четко, изящно и понятно, красиво, потому что супер красивые результаты, коллеги. Поэтому планируем объем на июль, планируем объем уже на август-сентябрь, и летнее время проводим очень мощно, очень грамотно, помогая друг другу, мы только для этого здесь и есть, для того, чтобы быть полезным друг другу, помогать, мотивировать, поддерживать и обмениваться новостями, материалами. Коллеги, теперь, есть ли у вас какие-то вопросы? Если нет, то я уже буквально приступаю к тому, чтобы еще раз продублировать в чате всю информацию, касающуюся материалов и папок. Есть ли вопросы? Если, коллеги, нет, мы будем завершать сегодняшнюю встречу. На сегодня все. Сорганизуемся и работаем. Я не вижу сейчас вопросов в чате. Я надеюсь, все понятно и замечательно. Тогда мы на сегодняшний момент завершаем. И я, как всегда, благодарю вас за сотрудничество, за работу. Передаю такой замечательный импульс солнечный. У нас в Петербурге сегодня очень яркое солнце, хорошее настроение. И всем больших успехов. Всем хорошего дня, успешного. И успешной недели. Всего хорошего.